100 финских марок, найденных ею в штанах известного сирийского борца за мир. Кончили веселиться. Ну почему? Мы только начали. Пошли, шалава малолетняя. Чао, ребята. Привет. До завтра. Не чавкай. Ой, да разница только в возрасте, да в цене. Пошли, пошли. Поль, на минуточку. Очень хорошо. Ой, это Виктор. Здрасте. Прямо из Швеции. Здрасте. Был у Танечки. Ой, ну как она там? Нормально. Ничего, я так за нее рада. Ляля, ты как раз кстати. Вот тебе подарок от Танечки. Ой, спасибо. Я потом посмотрю. Алла Сергеевна, у вас утюжка не будет, а то мы совсем не фурычит. А у меня через 3 часа самолет, улетая на юг, в Адлер. Отдыхать? Да, надо же когда-нибудь отдохнуть. Вы ей привет передавайте и расцелуйте ее там, в общем, от меня, хорошо? Будет сделано. Я потом отдам. Красивая.